Саженцы ежемалины гибридный Букингем-Тайбери, Букингем-Тайбери, имеют мало шипов и образуют куст, высотой 2,5 метра. Ягода крупная, насыщенного бордового оттенка, удлиненной формы, массой 6,5 грамм. В кисти образуется до 6 малинок. Вкус приятный, кисло-сладкий, с малиновым ароматом. Урожайность с взрослого растения 4 килограмма. Опылитель гибриду не требуется. Ежемалина зреет постепенно, с середины июля по август, позволяя лакомиться свежей ягодой на протяжении 3 недель. Растение неприхотливо, обладает высоким иммунитетом к болезням, зимует под снегом. Если побеги подмерзают, то куст быстро восстанавливается за счет молодой поросли. Ежемалина гибридная Букингем-Тайбери – это кустарники высотой 200-300 см с типом роста, среднерослый. Цветет растение в месяц июнь. Аромат у цветов слабый. Окраска цветка белая. Размер цветка этого прекрасного растения достигает 1 см. Лист растения по форме заостренно-овальный. Весной листва по цвету зеленая, летом листва зеленая, осенью листва желтая. У растения нет шипов. Ежемалина гибридная Букингем-Тайбери имеет ранний срок созревания. Его плоды созревают в месяц июнь. Урожайность ежемалины гибридной Букингем-Тайбери составляет 10 кг. Плоды имеют массу 4,6,5 грамм. Форма у ягод вытянутая. Окраска ягод темно-вишневая. Вкус кисло-сладкий, мякоть сочная. Плоды можно потреблять в свежем виде и на переработку. Важно, что ежемалина гибридная Букингем-Тайбери самоопыляемый, обои полый. В качестве места выращивания прекрасно подходит открытый грунт. Вы можете купить это растение в нашем интернет-магазине в сосорта.ру. У нас огромный ассортимент семян, луковиц, рассады, саженцев и крупномеров. Доставка по всей России и СНГ. Для заказа перейдите по ссылке, которая находится под этим видеороликом, в описании. Лайкайте наше видео и подписывайтесь на наш канал, чтобы раньше всех узнавать про новинки российской и зарубежной селекции.